Хей, hey, с вами Шамки, мы про Питеру под названием Outlast. Блин, ну канализация, но... А кто мне идти? Типа там вариант куда-то идти. А, все. Варианты закончились. Тут слишком темно. Как для канализации? А, ну хотя... Если это выход на улицу. Ой, вовремя. Давайте, может, я на этот. На альт поставлю, вы ж не против. Управление. Потому что мне на контр как-то неудобно. Клянуться. Контр. Ну, блин, типа в КС-ке... Хотя... Блин, ну просто... Просто... Там куда-то проход. Походу призрак поработал. Документы Эвгалия Песка. Так, обнаружено нацарапанное на порте соглашение о лечении. Почерк сходен с образцами почерка пациента отца Мартина Арчибода. Это Бог, настоящий. Как долго обманывали мы призраками, духами, безумие. Невозможно, наше было умышленно. И сам апостол Павел однажды был ослеплен. Пелена на его глазах была лишь страхом, но истинное видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Таков дар Вальридера. Евангелие Песка. Нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога, получить его откровение и не передавать его ждущим посте. Ждущий посте. Это место... Прикрыть путь к спасению грех, за который любое наказание не будет слишком суровым. Что было? Ладно, я понял. Куда я смотрю, туда он и лезет. Так, открыть две заслоночки, мне говорят. Ух ты ж, ё-моё. Две заслоночки. Одна влево, одна вправо. А где центр? Где сейчас вообще нахожусь? Он сюда за мной вернулся. Ох, гаденыш. Мне кажется, мне нужно было бежать, когда он еще до этого не прыгнул. Ну, типа, по факту он тоже не видит в темноте. Но мне кажется, он звуки моего передвижения по воде слышит.
Так, окей. Тут я, получается, первый, да, нахожу? Сюда только один путь ведет. Это первый рычаг. Ну да, конечно, и он именно сюда ко мне телепортнулся. Ну он типа потерял, но типа нет. Ну, типа, здесь у меня просто... А, тут свет, поэтому он меня и заметил. Чёрта свет, теперь я понял. Я теперь понял, почему меня тут заметил. А, тогда у меня есть вариант. Если он сам ко мне сюда не идет. Как там коробки мешают? Я понял, мне нужно теперь ждать, пока он сюда идет. Подожди, мы спустили воду, да? Он двери открывать умеет? Если он двери не умеет открывать, я тогда дверь закрою по-тихому, типа пролезу. Он идет сюда. То есть, видите, оно заскриптовано. То есть у них маршрут такой, что если он меня видит, он ко мне идет. Почему сюда пришел? Тихо, 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 сразу налево. И люк. Все. Окей, с этим мы разобрались.
Так, сразу. Да, по звукам все хорошо, все играется. Здесь. Канализация это место, ребят, Не, на самом деле, оно что-то потихоньку привыкаешь, типа, к обстановочке вот это. Типа, знаете, если не пугаться, просто идти потихоньку. Привет. Как веситься? Так, там кто-то есть. Или это труба? Типа... А, да. А ускориться я подниматься не могу, понимаете? Вот это типа стрёмный еще момент, когда за тобой бегут, и ты не успеваешь убежать. То есть еще такие есть вот моменты на самом деле. Ну что это призраки? Так, игра сохранена. Чисто ровная дорога. Когда чисто ровно, это очень плохо. Я сейчас провалюсь. Что реально, а что нет? Доктор мертв, ты знаешь это? Доктор Бернке. Он умер еще до того, как началась работа здесь. Только вот какие эксперименты мертвый доктор ставит на живых пациентах. Вот в чем вопрос. Ты типа здесь теперь обитаешь? Так я понимаю, что это типа спуск, да? Батареечка. Батареечка мне пригодится. Вот то, что он в двери не пробегает сразу, вот это очень херово. Не-не, стой, стой. Сейчас еще наверх. Рано, рано, рано спускаться. Слушай, ты хороший парень. Канализационный друг мой. Как-то там сделаю, я не знаю. Либо я свяжу серию с этим Карсеном, или как его там? Крис? Здоровяк вот этот. Мейлфорд Эмили. Я понял. Я понял. Прохода нету. Ну, соли, мне бы соли. Блин, вот и выбраться, знаете, типа можно... А, тут же скользко, точно, канавка. Что-то я не подумал. А чё тут так много крови? Хотя это второй уровень канализации. Мы спокойненько, знаете, с вами тут идем не спеша. Вот что будет мне еще стрёмно проходить, если я вообще буду ее проходить, амнезия. Там пострашнее. Ну хотя там можно сделать так. Походу этот за мной призрак идет, да, теперь? Хорошо, что эти монстры не могут за мной лазить. Хотя... Кто его знает? Не нравится, просто смотрим вниз и ползем. Так, это походу выход.
Батарейки слишком довольно быстро тратятся. Привет. Я могу тебе помочь? Нет, ну прости. Так, батарейки до Си у нас тут нету. Очередная тишина. Я сейчас в воду упаду. Я могу тут пройти. Но тут я никуда не выберусь по факту, да? Только туда наверх я могу пройти. Ладно, давайте я заменю батарейку. Попробуем сначала вниз. Тут. Может, что-то найду? Батарейку нашел. Ну, типа... Все равно по вибрации, мне кажется, меня тот чудик будет замечать. Так. Что здесь? Ничего. И смотрите, просто уже батарейка закончилась. А подожди, я могу в воде бегать? А, лучше бегать и прыгать. Интересно, этот челик, он же тоже по воде ходит? Он быстрее мне будет передвигаться или нет? Здесь нет. Чё, я не могу залезть? Типа, залезть по бордюре пойти. Давайте держаться чисто правой стороны. Просто напугал брызг воды, удар воды. Ага. Ладно. Просто идем. Куда я иду хотя бы? Куда я хотя бы иду? Я понял. Там, где свет. Я иду там, где свет. Дело в том, что я его ж не вижу. Могу я отсюда залезть? Ладно, смог. Сосать.
На всякий случай. Отойди! Ладно. Ладно. Сохранение. Место, куда можно было бы спрятаться, я бы сказал. Куда-то челик побежал мне за ним. Чел, подожди. А мне по факту только за ним идти. Звуки такие неприятные. Не, на самом деле было. А. По полагам. Мать вашу. Типа их всех сюда скидывают? Херово. Доберитесь до нижнего этажа мужского отдела. Еба, это долго. Да, нужно, короче, записи делать, которые кровью. Так, организованная пытка. Чем сильнее я пытаюсь сбежать, тем глубже внизу, так, вязну в это проклятое место. Затягивает, как трясина. Они пытались, так, они пытали людей в подвале. Пытали упорядоченно, методично. На стене написано, сначала пальцы, потом яйца, затем язык. Кто-то давал инструкцию руководить этими пытками. Так, если что... Бежим в эту точку и прячемся здесь. Если вдруг что. Давайте наверх. Понятно. Менять батарейку или нет? Блин, ну тут все равно скрипты. Я помню, мне по-любому нужно отодвигать это. Походу они успокоились.
Я понял. Я понял. Мертвых точек тут нету. Верники ждет меня там. Ух ты ж, ё-моё. Ладно. Документы. Отчёт... Учет по издержках проекта Вальведер. Отчет о состоянии пациента составляет Риком Трагером. Этот пациент тоже выжил. Тысяча извинений. Я старался как мог, но я даже... Так, но я же доктор, а не чудотворец. Да, и доктор из меня тот же, еще сказать честно. Ну так или... Эда, кому-то надо срезать жир с этого злополучного... Вальридера. Мы теряем деньги с тех самых пор, как все пошло наперекосяк с этим малышом Билли. Ну и ухитрился сократить этот штат на 80 человек, что означает экономия на зарплате. Сегодня и на всяких страховках и пенсиях завтра. И я тут много чего понял про биологию. Я раньше был не особо уверен, но теперь могу точно сказать, человек не может жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Живи и учись. Подожди, я тут записи все заснял? Мне кажется, мне все равно тут придется немного. Жалко, что я пациентов не могу посмотреть. А музычка нагнетает. Я вам скажу. Так, у меня осталось 5 этих. А, типа меня по-любому убивают сейчас. Скрипты сраные. А нет. Я спрятался, ребят. Ну, ребят. Я думал, я спрятался. Увы, я не спрятался. Оказывается, нужно было сразу, блин. Я, во-первых, подумал, что они будут вылазить с этого. Там, где у нас закрыто. А. Мясо! Это эксперимент! Я понял. Эксперимент! Это эксперимент! Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Я понял.
Я понял. Исследование потом. Я понял. Понимаю. Все? Все? Все. Ладно, и где мы? Мне кажется, я много документов потерял. По факту меня не должны заметить здесь. Тебе не спрятаться. Ну типа заскриптовано, ясно. Типа как они меня не видели? По факту они меня не видели. Скрипты, скрипты. Тебе не спрятаться. Промазал. Промазал. Кто это у нас? Ты ведь не один из них, да? Нет, нет, нет! Давай быстрее открывай! Правильный выбор, дружище. Эй, а ты же парень того долбанного священника. Его свидетель, или как он тебя называет? Видать, устал. А давай-ка отдохнем, дружище. Пропустим по бокалу мартини, потолкуем. Бла-бла, бла-бла. А ты тяжелее, чем кажешься. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так, чтобы руками и ногами не размахивал. Но, может, ты меня отпустишь? Чувствую, ребята, мы с вами здесь побегаем. Мне бы их серию закончить. Желательно. Желательно. Обожаю горный воздух по ночам. Выход? Не хочешь выбраться наружу? Хочу. Прогуляться? Да. Вперед, я подожду. Давай, можешь бежать. Я не тороплюсь. Нет? Ну ладно. Ну. Суровый как кремень, мне это нравится. Хорошо, вот сюда. Херово. Так, парень, я запомнил, если что, тут лифт, выход. Стоп, мы поднимаемся. Мы ж в подвале были, нет? Так, решетка, хорошо. Мы на третьем этаже, если так посмотреть. Так, вижу решетку, чтобы подняться наверх. Туда можно спрятаться в тень. Тебе этот язык все равно ни к чему был. Истину говоришь. Мне как раз надоело лизать наклейки. Окейшки. Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Да и я только вымыл руки. И мы сразу... О! Прям как в кино. А пока просто поговорим. Ох, сколько тут тараканов. Знаешь, меня немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее Бога. Нет. И я никого не хочу оскорблять, но порой он смахивает на психа. Так а кто бы говорил? Это понятно. Люди напуганы, тянутся к Богу, как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер с появлением золотого стандарта. Теперь мы верим в нечто более конкретное.
Хочешь заплатить Питеру, ограбь поле, иначе никак. Убийство – самое простое решение. Ну а что, если все деньги вдруг исчезнут? Они становятся новым объектом веры. Вот для этого я тебя сюда и привел. Чтобы ты... поверил. Ты следишь за моей мыслью? Не отвлекайся, тебе еще многое нужно воспринять. Ну что делать из меня, ассасина? О, так ведь лучше, да? Понял, чего мы добились? Превратили потребителя в средство производства. Эта идея сама себя будет продавать. Еба. Ладно, давайте мы сейчас выберемся отсюда с вами. Как? Еба. Так, ребят, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Пиздец, жестко. Я, наверное, последние вот эти моменты, когда он с ножницами был, добавлю в... так сказать, картинки следующие. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.